На западе Китая 8 января произошло сильное и неглубокое землетрясение. Эпицентр подземных толчков располагался в 111 километрах к югу-западу от Цзиньчана и 139 километрах к северу-западу от Сианина, Китай. В пределах 5 километров от эпицентра расположены 5 деревень. Эпицентр стихии залегал на глубине 10 километров. Колебания земной коры были зафиксированы в час 45 по Гринвичу.